Всем привет! Вышла в свет очередная официальная программа футбольного клуба «Торпедо БелАЗ», посвященная матчу с БТ. Здесь много интересной информации и, внимание, автограф Рамеса! Это ты сам ставил Роспись? Да. Здесь сегодня? Да. Здравствуйте, меня зовут Силуянов Егор Александрович. Я являюсь учителем истории и географии в средней школе номер 1 имени Петра Ивановича Куприянова города Жодино. И наши учителя и дети являются самыми преданными болельщиками нашего любимого футбольного клуба «Торпедо БелАЗ». Наш капитан «Торпедо БелАЗ» Кирилл Примудров провел сотый матч у чемпионата Беларуси за «Торпедо БелАЗ». Устанавливаем директор клуба Александр Кубач. Сейчас. Канун Дня Учителя. Все те теплые слова и пожелания, которые нам подарили дети и родители, мы их передариваем игрокам клуба и коллективу. Запрос Антилевского, есть пространство, Антилевский, прострел, и в свои ворота, или кто же там забил? В свои ворота, кажется, срезается мяч. Насколько помню, фланговая атака была, прострел под себя, Кирилл Примудров хотел выбить, но немножко неудачно попал, там на противоходе, как я понимаю, как-то отскочил в свои ворота, но это бывает. Когда Валера забил, мы вот, я не знаю, мы тут с детьми, наверное, чуть не вылетели через эти трибуны от счастья. Батищев, классный пас, еще один прострел, удар, промах, по мячу удар сходу. Соседи, два города рядом, болельщики друг другу, есть свои такие отношения. Поэтому, ну, на дерби настраивать никого не надо, если ты профессиональный футболист, если ты чувствуешь вот эту историю подоплеку. Главное, что мы практически быстро отыгрались, и, в принципе, как я считаю, у нас были еще там два 100% момента, где мы просто обязаны были выжимать и побеждать сегодня, но... Да, познакомились с другом Ромеса, они здесь учатся в Минске, приехали поболеть за своего друга, вот даже девушка якобы Ромеса была, и наши ученицы 10 класса очень расстроились, потому что они Ромеса очень любят и ходят только ради Ромеса на футбол. Чувствуешь себя футболистом, и очень круто играть при таких, при такой поддержке. Очень много болельщиков гнали нас вперед, переживали, также знаю, что переживают, поэтому главное нам держаться всем вместе, и я думаю, все обязательно получится у нас. Ну что ж, такая вот игра, «Торпедо БелАЗ» играет против БАТЭ у себя дома, сыграл ничью 1-1. Удачи! Эмоции непонятные. Вроде и не проигрываешь, но при этом и не выигрываем. 11-я ничья, но для меня это, конечно, новшество какое-то. Честно, эти ничьи уже поднадоели нам.
Вот здесь всегда стараемся на победу играть, но как выходит, чтобы выигрывать, да, надо забить один гол больше, чем соперник. А так, ну, наверное, резюме матча очень простое, да, вот как хорошая игра для наших конкурентов, да, что мы не говорим.